Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Сергей Илюха. Я член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и возглавляю консалтинговое агентство «Лига коммерсантов». Ну, наше агентство широкого профиля. Я очень много отработал в ритейле и, в общем-то, понял, что нужно в первую очередь помочь поставщикам правильно наладить отношения с сетями. И это одно из направлений нашей деятельности. В том числе мы с Retail.ru выпустили книгу «Успешный путь в торговую сеть». Потом совместно с Retail.ru уже мы решили, что нужно помогать и сетям. И поэтому была написана вторая книга «Арифметика категорийного менеджмента». И второе направление деятельности нашего агентства – это внедрение категорийного менеджмента, внедрение системы автоматизации. Ну а третье направление – это коммерческие переговоры. Коммерческие переговоры нужны всем. Поэтому возникла третья книга «Жесткие коммерческие переговоры», которую выпустил уже издательство «Питер» и которая сейчас будет второй тираж. На неделе ритейла мы традиционно проводим конференцию «Категорийный менеджмент. Лучшие практики». В чем идея конференции? Мы собрали лучших экспертов по категорийному менеджменту: Екатерину Бузукову, Ольгу Савушкину, Гульфиру Крок, вашего покорного слугу. Приглашали Сергея Леона, приглашали Екатерину Богачеву. То есть вот реально топ вот, по всеобщим оценкам. Но суть формата в том, что топы не просто рассказывают о себе, они подтягивают экспертов-практиков из федеральных крупных сетей и вместе разбирают их кейсы. Сейчас мы построили концепцию так, что сначала была теория, и потом практический кейс, который реализован на основе этой теории. И последний блок мы сделали программы, потому что категорийный менеджмент хорошо, но делать все вручную достаточно проблемно. Поэтому мы пригласили специалистов из InfoVision, из BI4U и из 1С, конечно. И они рассказали о практических решениях, которые позволят реализовать вот те технологии, которые мы рассказали как эксперты категорийного менеджмента. Конференция прошла очень хорошо. Единственное, о чем сильно пожалели, что был маленький зал. Тот случай, когда очень много желающих было попасть к вам на конференцию, но зал не вместил. Я думаю, что это отличное замечание на следующий год, когда наша традиционная конференция будет уже вмещать огромное количество людей, которые пожелают ее услышать. Да, и что порадовало, это было несмотря на то, что участие в конференции надо было оплачивать отдельно. То есть люди, слава богу, вышли из спячки, вышли из режима халявы и понимают, что реальные практические знания, они должны быть, в общем-то, чем больше ты заплатил, тем более они эксклюзивны. Реально рабочие кейсы на дороге не валяются, бесплатно не получаются. Те, кто хочет учиться, учатся за свой счет, но получают и зарабатывают гораздо больше. Да. И я думаю, в ближайшее время мы получим уже информацию о том, за сколько секунд окупилось участие в конференции. Спасибо огромное. Я пожелаю вам удачи в вашем поприще и надеюсь до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо огромное. Обязательно. Спасибо. И вам тоже.